Ставим вам проточный водонагревательный кран Посейдон в действие. Сразу хочется отметить, что в комплекте с краном идет руководство пользователя, где подробно указана его установка правильная, его технические параметры, его обслуживание, ну и другие моменты, которые могут вам пригодиться на протяжении всего срока эксплуатации. Подключается кран обычной гибкой подводкой. Вот как видим, резьба стандартная, которая продается в любом хозяйственном магазине. Включаем его в сеть. Перед тем, как включить сеть, стоит упомянуть, что вода должна уже быть в самом кране, то есть мы уже должны запустить воду, чтобы водонагревательный элемент находился в воде. Включаем сеть. Благодаря этому рычагу, он у нас здесь один, мы можем регулировать температуру воды, поэтому это, так сказать, два в одном. Это и водонагреватель, и смеситель в одном лице. Для того, чтобы переключить в режим нагрева, нужно эту риску совместить с одним из красных делений. Включаем. Как видим, загорелся индикатор. Это значит, что кран в рабочем режиме. Сейчас уже вода начинает горячить. А теперь уже идет горячая вода. То есть, если мы хотим максимальную температуру воды достичь, мы должны сделать приблизительно вот такой напор. Это второе, третье деление. Тогда температура воды будет около 60 градусов. Если хотим попрохладнее воду, здесь напор увеличивается, и вода становится прохладнее. Для того, чтобы использовать просто холодную воду, мы можем переключить в режим холодной воды. Тогда кран не потребляет электроэнергию. И идет у нас просто холодная вода. Кран имеет все сертификаты Таможенного союза. Он сертифицирован. Спасибо за внимание.